Дорогие ветераны, уважаемые жители Тульской области, поздравляю вас с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – это священная дата для каждого гражданина России, символ несокрушимой воли нашего народа, вечной славы дедов и прадедов. В 41-м году вся страна поднялась на борьбу с врагом. Красная армия, ополченцы, труженики тыла, женщины и дети вместе дали отпор захватчикам. Их единство и самоотверженность стали главным оружием против фашизма. Они воевали на пределе возможностей. Под Курском и Ржевом, на берегах Днепра и Волги, мужеством и героизмом, ценой невероятных усилий и потерь, изо дня в день отстаивали метр за метром родную землю, совершили невероятное, громя врага везде, в воздухе, на суше и на воде. Примером народного единства стал наш Тульский рабочий полк, который сыграл значимую роль в героической обороне Тулы и столицы нашей Родины. Исход этого сражения стал переломным этапом войны. Дорогие наши ветераны, мы всегда будем благодарны вам за то, что вы сделали для нас и нашего будущего. Мы гордимся вами и никогда не позволим исказить и принизить заслуги народа-победителя. Впервые в истории мы отмечаем День Победы в непривычном для нас всех формате. Торжественные мероприятия перенесены, но они обязательно состоятся. Никто и ничто не помешает нам отметить наш самый главный праздник – 9 мая. Суровые военные годы затронули каждую семью, поэтому День Победы объединяет всех нас. И наш священный долг – хранить и передавать историческую память из поколения в поколение. С праздником вас! С Днем Великой Победы!